Христианство на Северном Кавказе. История, культура, современное общество. В Владикавказе начала работу международная научная конференция, посвященная тысячестолетию крещения Алании. На пленарной сессии участников поприветствовали глава республики Сергей Миняйло и епископ Владикавказский Аланский Герасим. Сегодняшнее мероприятие также бесспорно вызовет научный и познавательный интерес. Поднимет конфессиональные аспекты истории, культуры, науки, жизни общества во взаимодействии с другими государствами и культурами. Международная научная конференция, посвященная знаковому событию истории и культуры России и Кавказа, всего христианского мира. Алания – первое христианское государство на территории современной России, официальной религией которой с первой части X века стало православие. К участию в конференции приглашены ученые всех профильных академических институтов, федеральных и северокавказских, а также представители вузов Российской Православной Церкви, общественных организаций. История христианства на Северном Кавказе привлекает внимание исследователей на протяжении многих лет. Работы по этой теме и до революции, и в наше время писали многие видные ученые и священнослужители. В данной области знаний накоплен большой материал, однако до сих пор существует немало лакун, белых пятен. Многие факты требуют своего дальнейшего изучения. Пусть работа нынешнего форума, приуроченная к празднованию знаменательного юбилея тысячестолетия крещения Алании, станет еще одним шагом на пути научного исследования истории христианства в регионе и его влияния на культуру и традиции. Международная конференция продлится до конца недели. Программа насыщенная. История крещения Алании, исторические и культурные контакты Алан с Византией, Арменией и Грузией, церковная археология, раннехристианские древности Алан, аланские подвижники, история аланской епархии, памятники христианской архитектуры и многое другое. Мы принимаем сегодня много гостей. У нас гости из Республики Армения, Абхазия, из Дагестана, Карачаева-Черкесии, Краснодара, Ярославля. И очень широко представлена Российская академия наук. Практически все наши гуманитарные институты сегодня представлены на этой конференции.